сказала папе с мамой, потом мы все пошли в гостиную и там стали развязывать и разглядывать подарки. Тебя, мой дневник, я увидела сразу. Это был самый лучший подарок. Еще мне подарили букет роз, кактус и срезанные пионы. Это были первые цветы. Потом принесли еще много. Папа и мама надарили мне кучу подарков. А друзья просто задарили меня. Я получила книгу «Камера обскура». Головоломку, брошку, много сластей, голландские сказки и легенды Йозефа Козна. И еще дивную книжку «Дейзи едет в горы». Дейзи едет в горы. И деньги. На них я купила мифы древней Греции и Рима. Чудесно. Потом со мной зашла Лиза, и мы пошли в школу. Я угостила уже зелень весь свой класс конфеты. Потом начались уроки. Пока все. Как я рада, что ты у меня есть. Суббота, 20 июня 1942 года. Несколько дней я не писала. Хотела серьезно обдумать, зачем вообще нужен дневник. А мне просто хотелось писать, а главное высказать все, что было у меня на душе. Бумага все стерпит. Так я часто думала в грустные дни, когда сидела, положив голову на руки и не знала, куда деваться. То мне хотелось остаться дома, то куда-нибудь пойти. И я так не двигалась с места и все думала. Да, бумага все стерпит. Я никому не собираюсь показывать эту тетрадь в толстом переплете с высокопарным названием «Дневник». А если уж покажу, то только настоящему другу или настоящей подруге. Другим это не интересно. Вот почему я хочу вести дневник. Потому что у меня нет настоящей подруги. Надо объяснить. Требуется объяснить. Иначе никто не поймет, почему 13-летняя девочка чувствует себя такой одинокой. Конечно, это не совсем так. У меня чудные добрые родители. Папа и мама. 16-летняя сестра Марго. И, наверное, не меньше 30 знакомых, или так называемых друзей. У меня уйма поклонников, они глаз меня не сводят, а на уроках даже ловят в зеркальце мою улыбку. Смайл. У меня много родственников, чудные дяди и тети. Дома у нас уютно. В сущности, у меня есть Смайл. Все, кроме подруги. Со всеми моими близкими можно только шалить и дурачиться, болтать о всяких пустяках. Откровенно поговорить мне не с кем. И я вся как надуха застегнутая. Вот почему я хочу вести дневник. Я не буду записывать в дневник одни только голые факты. Как делают все. Я хочу, чтобы эта тетрадка сама стала мне подругой. И эту подругу буду звать Кити. Кити. Да. Иди сюда. Ага. Иди скорее сюда. Какой у тебя красивый голос. Никто ничего не поймет, если вдруг не с тобой ни с сего начать переписку с Кити. Поэтому расскажу сначала свою биографию. Хотя мне это и не очень интересно. Когда мои родители поженились, папе было 36 лет, а маме 25. Моя сестра Марго родилась в 1926 году во Франкфурте на Майне. А 12 июня 1929 года появилась я. Мы евреи. И поэтому нам пришлось в 1933 году эмигрировать в Голландию, где мой отец стал одним из директоров акционерного общества «Травис». У нас было в жизни много тревог. Как у всех. Вальяж. Ансия. Тихонка. Тангевал. Ансия.
Интерсис. Евреям запрещалось ездить в трамвае. Верботен. Повинен. Не есть. Эвьетат. Не говоря уже об автомобилях. Верботен. Повинен. Не есть. По Аугустию можно было делать только от 3 до 5, при том специальную еврейскую плавку. После 8 вечера нельзя было выходить на улицу, сидеть в саду или даже на балконе. Запрещалось ходить в кино, в театр. Верботен. Повинен. Никаких развлечений. Запрещалось заниматься плаванием. Верботен. Играть в хоккей или в теннис. Словом, спорт тоже был под запретом. Евреям запрещалось ходить в гости к друзьям. Еврейских детей перевели в еврейские школы. Ограничений становилось все больше и больше. Вся наша жизнь проходит в страхе. Пришла не по ней. Я еще больше перепугалась и стала горько плакать. Марго всего 16 лет. Неужели я не хочу?
платье, пальто, немного чулок и белья в чемодан. Ты обещала вечером опять зайти. Наконец у нас стало тихо. Есть никто не мог. Все еще было жарко и вообще как-то странно и непривычно. В 11 снова вернулись Ник и Хэнк. В чемодане Ник и в глубоких карманах ее мужа снова стали исчезать чулки, башмаки, белье и платье. В половине 12-го они ушли тяжело нагруженные. Я устала до полусмерти. И хотя я знала, что сплю последнюю ночь в своей кровати, я тут же уснула. В половине 6-го утра меня разбудила мама. К счастью, было не так жарко, как в воскресенье. Весь день накрапывал теплый дождь. Мы все четверо столько на себя надели теплого, будто собирались ночевать в холодильнике. Но нам нужно было взять с собой как можно больше одежды. В нашем положении никто не отважился бы идти по улице с тяжелым чемоданом. На мне было две рубашки, две пары чулок, две пары трико, и платье, а сверху юбка, жакет, летнее пальто. Потом мои лучшие туфли, ботики, платья, платки и еще сверху всякие шапки. Я уже дома чуть не задохнулась. Но всем было не до этого. Марго взяла учебники, села на велосипед и поехала за ней в неизвестную мне даль. Я еще не знала, в каком таинственном месте мы будем прятаться. В половине 7-го утра мы заперли за собой двери. Единственное существо, с которым я успела проститься, был Маврик, мой любимый котенок. Его должны были приютить соседи. На кухонном столе лежал фунт мяса для кота. В столовой мы не убрали со стола, постели мы не заправили. Гостей посылать в еврейский концлагерь.
Мы даже можем радоваться новым платьям и книгам. А надо...
ничего не остается, как спокойно и стойко ждать, пока дойдет конец несчастьям. И все ждут, евреи, христиане, все народы, весь мир. А многие ждут смерти. Анна. Пятница, 7 января 1944 года. Милая Китти, какая я глупая. Ни разу мне не пришло в голову рассказать тебе о себе и о всех моих поклонниках. Когда я была совсем маленькая, чуть ли не в детском саду, мне очень нравился Карл Самсон. Отца у него не было, он жил с матерью у тетки. Сын тетки, его двоюродный брат, Бобби. Умный, стройный, темноволосый мальчик. Нравился всем гораздо больше, чем смешной толстячок Карл. Но я не обращала внимания на внешность и много лет дружила с Карлом. Мы с ним были самыми настоящими добрыми товарищами, но я ни в кого не влюблялась. Потом на моем пути встал Петер, и первая детская влюбленность целиком захватила меня. Нужно сказать, что Петер
1942 года, мне все кажется ненастоящим. Ту жизнь была совсем другая, Анна. Не та, что здесь так умнела. Да, чудесная была жизнь. Масса поклонников, 20 подружек и знакомых. Почти все учителя любят, родители балуют на полу. Сколько угодно лавок, денег. Чего же еще? Good luck. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hooray! Ты спросишь, как я ухитрялась всех покорить? Как? Когда бедных говорит, что у меня есть обаяние, это не совсем бедно. Учителя нравилась моя находчивость, мои остроумные замечания, веселая улыбка и критический взгляд на вещи. Все это казалось и милым, забавным и занятным. Я была страшной флиртушкой, кокетничала и веселилась. Но при этом у меня были хорошие качества. Прилежание, внимота, доброжелательность. Всем без отличия позволяла списывать у себя. Никогда не воображала и всякие сласти раздавала направо и налево. Yes, you meant so. Yes, don't prompt. Okay, we love you. It's okay. Может быть, я стала бы высокомерной от того, что мною все так восхищались. Может быть, даже лучше, что меня так сказать. В разгаре праздника бросили в самую будничную жизнь. Но прошло больше года, чем я привыкла, что никто больше мною не восхищается. Traditional age. Unbearable character. She's 19. Not true. Когда я тебя встречал раньше, ты всегда была окружена двумя-тремя мальчиками и целым выводком девочек. Всегда ты смеялась, шалила, всегда была в центре. Что же осталось от этой девочки? Конечно, я еще не разучилась смеяться. Еще умею каждому ответить. Умею также хорошо, может быть, еще лучше разбираться в людях. Умею кокетничать, если захочется. Sadness, happiness, worry, admiration, anger. Конечно, мне бы хотелось еще хоть один вечер, хоть несколько дней или недель прожить так весело, так беззаботно, как прежде. Но я знаю, что к концу этой недели мне бы все так надоело, что я была благодарна первому встречному, который поговорил бы со мной всерьез. Не нужны мне поклонники, нужны друзья. Не хочу, чтобы восхищались моей улыбкой. Хочу, чтобы меня ценили за мою внутреннюю сущность, за мой характер. Знаю отлично, что тогда как знакомых станет гораздо лучше. Но это не беда. Лишь бы со мной осталось несколько друзей. Настоящих, искренних друзей. Я открыла счастье внутри себя. Обнаружила, что мое легкомыслие и веселость – только защитный панцирь. Постепенно я стала спокойнее и почувствовала безграничную всякую добру, красоте и вечером. Лежа в постели, когда я заканчиваю молитву словами «Благодарю тебя за все хорошее, милое и прекрасное», во мне все ликует. Я вспоминаю все хорошее, наше спасение, все милое. И то робкое и нежное, до чего мы оба боимся дотронуться. То, что еще придет. Любовь, страсть, счастье. Тогда я думаю не о Боге, а о том прекрасном, что существует помимо него. Вот в чем основное различие между мной и мамой. Когда человек с кем, она ему советует. Думайте о том, сколько на свете горя, и будьте благодарны, что вам не приходится это переживать. Я советую другое. Иди в поле, на воле, на солнце, иди на волю. Пытайся найти счастье в себе, в Боге. Думай о том прекрасном, что творится в твоей душе и вокруг тебя, и будь счастлив. По моему мнению, мамин совет неправильный. Но если у тебя самого несчастье, что же тогда делать? Тогда ты пропал. А я считаю, что всегда остается прекрасное. Природа, солнце, свобода, то, что у тебя в душе. За это надо держаться. Тогда ты найдешь себя, найдешь Бога. Тогда ты все выдержишь. А тот, кто сам счастлив, может дать счастье и другим. Тот, в ком есть мужество и стойкость, то никогда не сдается в несчастье. Анна.
норвежских и нидерландских царствующих домах. И много же систематизировала, потому что я давно делаю выписки из всех биографических и исторических книг, которые я читаю. Я даже переписываю целые отрывки из истории. Значит, история – мое третье увлечение. Так, мне покупало много исторических книг. И даже с дня, когда я сама смогу рыться в публичной библиотеке. В-четвертых, я интересуюсь греческой и римской мифологией. И по этому предмету у меня тоже есть много книжек. Потом я увлекаюсь собиранием портретов на звезд и фамильных фотографий. Я обожаю книги, чтения, интересуюсь всем, что касается писателей, поэтов и художников, а также истории искусств. History of art. Может быть, позже я начну заниматься и музыкой. С определенной антипатией я учусь к алгебре, геометрии и арифметике. О, да. Все остальные школьные предметы я люблю, но историю больше всего. Анна. Thank you.
Анна. Thank you.
правда, к тому же и молодой. Небесная правительница спасла фюреру жизнь. И, к сожалению, он отделался только царапинами и пустящими ожогами. Убито несколько офицеров и генералов из его свиты, остальные ранены. Виновник расстрелян. Вот доказательство того, что многие генералы и офицеры сыты войной по горло и с удовольствием отправили биг Гитлера в тартарары. А может быть, проведение немножко задержало уничтожение Гитлера, потому что для союзников будет гораздо удобнее и выгоднее, если чистокровные германцы передерутся между собой и уничтожат друг дружку. Тогда русским и англичанам останется меньше работы, и тем скорее они смогут начать отстраивать свои города. Но ты, наверное, уже поняла, что все, о чем я рассказываю, реальные факты. И они обеими ногами стоят на реальной почве. К тому же, Гитлер был настолько любезен, что сообщил своему любимому народу о том, что с сегодняшнего дня все военные подчинены гестапо. И что каждый солдат, узнавший, что его командир принимал участие в подлом и низком покушении, может без дальнейших разбирательств пристрелить его. Вот это будет история! У Ганса-дампа заболели ноги от беготни. И его командир на него наорал. Ганс хватает винтовку и кричит. Ты хотел убить фюрера, вот тебе за это! Бах! Зал. И высокомерный командир, осмелившись кричать на бедного солдатика, перешел в вечную жизнь. Балалом. И в вечную смерть, как это говорится, дойдет до того, что офицеры со страху наделают штаны и будут бояться даже пикнуть перед солдатиками. Ты поняла, или я опять наболтала, бог ведь что? Ничего не поделаешь, я слишком счастлива, чтобы писать связано при одной мысли, что уже в октябре снова сяду за парту. О-ля-ля. Анна. Дают пилюли от головной боли и нервов,
щупают пульс в лоб, уж нет ли у меня жара, спрашивают, работал ли желудок. И я не выдерживаю, я начинаю по-настоящему капризничать. Потом мне становится грустно, и я не выдерживаю, выворачиваю сердце наизнанку. Плохим наружу, а хорошим внутрь. И начинаю искать средства, стать той, какой мне хотелось бы, той, кем могла бы стать. Если бы, да, если бы не было на свете других людей. Анна. Гестапо разгромило убежище. Среди старых книг, журналов и газет